Многие летом, изнывая от жары, ждут зиму и зимнюю сказку, представляющуюся морозной погодой, безветрием и медленно падающим снегом. Время от времени в некоторых частях нашей планеты зимняя сказка превращается в зимний хоррор. Это случается, когда город настигает снежная буря, сметающая и хоронящая под толщей снега все вокруг. Именно о таких явлениях наш сегодняшний выпуск. Добро пожаловать на канал, подписывайтесь, бейте в колокол, а мы начинаем. Поехали! год, Нью-Йорк. Не так давно, в 2014 году, снегопад накрыл штат Нью-Йорк. Непогода была настолько сильной, что всего за несколько дней выпала месячная норма осадков. Высота сугробов превышала 5 метров, от удара стихии погибло 6 человек. 1978 год, Бостон. Во время бостонского снежного шторма в 1978 году погибли более 100 человек. Такое количество жертв объясняется тем, что буря началась в самое неподходящее время, а именно в полдень, когда большинство людей были не дома. Более того, снежная буря случилась во время прилива, который перерос в настоящее наводнение. 1993 год, Апалачи, Канада. Снежную бурю 1993 года назвали «штормом века». Она завалила снегом огромную территорию гор Апалачи в США и захватила даже часть Канады. Сильнейший снегопад сопровождался низкой температурой, разгул стихии не пережили 270 человек. 1998 год, северо-запад США. Буран, который в 1998 году накрыл северо-запад США, признан самым дорогим в истории. Ущерб составил 650 миллионов долларов. Всего за четверо суток в зоне стихийного бедствия выпало столько осадков, сколько в среднем выпадает за два года. В результате без электричества остались 3 миллиона человек, и несколько тысяч домов и зданий получили серьезные повреждения. 1972 год, Иран. Самой смертоносной из зафиксированных признана снежная буря, которая обрушилась на Иран в 1972 году. Она унесла жизни более 4000 человек. Страну накрыла пурга, пришедшая со стороны Кавказа. Бушевала стихия 6 дней. Страна, привыкшая к засушливому климату, оказалась не готова к такому снегопаду. Оттого последствия были особенно ужасными. Более 100 сел и деревень были полностью разрушены, а огромная часть населения оказалась отрезана от внешнего мира. Будьте аккуратнее с желаниями и не стоит недооценивать снегопад, ведь иногда он может перерасти в настоящую катастрофу. А если вы все еще любите зиму, то рекомендую наш ролик о самых холодных городах мира. Спасибо за просмотр, лайки, комменты оставляйте под видео и до скорого!